Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Comment Buy, магазин по продаже и установке дымоходов, конечно. Сейчас я вам хочу рассказать про дымоходы из нержавеющей стали, именно которые используются для каминов. Сейчас перед вами диаметр 200 мм, толщина металла 1.0, сталь IC304. Этот заказ уходит, вернее, два дымохода уходят моему одному из постоянных клиентов, который находится в Могилевском районе, несмотря на то, что есть Могилев производитель, я работаю. Это очень радует. Но не об этом мы будем разговаривать сейчас, а разговаривать будем в следующем. Какую марку стали выбрать? Сначала прораб обратился ко мне, я ему посчитал два варианта. Он говорит: Дмитрий, давайте я дам телефон заказчика, ты пообщайся с ним лично. Каких два варианта просчитываю сейчас на рынке? Это 430 и 304, как правило. 309 маловероятно, 310-х, то он будет считать, потому что она очень дорогая. Но большинство, наверное, сейчас на территории Беларуси примерно все равно процентов 80 продается 400-я марка стали. А в России, я думаю, такая же цифра, потому что не забываем, что вся 400-я марка – это товарозаменитель 304-й, там, любой 300-й марки стали. Об этом надо всегда помнить. Многие говорят о том, кричат, что выдерживает температуру больше, кратковременную нагрузку выдерживает выше в температурном именно режиме 430-ка. Об этом можно много разговаривать. Но давайте мы коснемся все-таки от следующих, от норм. Какие нормы можно взять за основу? Это европейские нормы EN 1856-1, 1856-2. То есть о чем это говорит вообще стандарт? Да? Это стандарт, который принят в Республике Беларусь. Благодаря этому стандарту проходит сертификацию продукты для дымоудаления из нержавеющей стали 304, 316, 309, любая заявленная сталь, алюминий. То есть благодаря этому сертификату можно судить о том, какая нержавейка лучше для дымохода, а какая хуже и в какой среде. Потому что там в сертификации указывается толщина металла, указывается марка стали с резинкой, газоплотной, негазоплотной. Регламент, какой по давлению стоит при испытании. Вот на что надо акцентировать внимание. И скажу так, в этом сертификате 400-я марка, я, по крайней мере, встречал максимальную температуру, не испытания, а эксплуатации, 400-450 градусов. А вот если мы будем говорить про 300-ю марку, так как я здесь продаю 304-ю, то я встречал 450, 500 и 600. Эти цифры вам может ни о чем не говорить, но если вы возьмете сертификат, да, чтобы проверить, какой дымоход вы покупаете, из какой марки стали, то там указано много-много цифр, и в конце вы там написано Т400, Т500, Т600. Это температура максимальная постоянная эксплуатация именно дымоходов. Потому что температурный режим при испытании максимально дают на 100 градусов выше. То есть если там стоит Т600, то кратковременное испытание при возгорании сажи плюс 100 градусов. То есть испытание проходит при 700 градусов. Поэтому вот от чего надо отталкиваться, а не от многословных слов, слухов и всяких чуши, которые несут в интернете. Об этом не надо забывать. И помните, что 430-й, вся 400-я марка, и это товарозаменитель. Вот, 300-ка оригинальная. Почему в Европе никто не ставит 400-ю марку? Задумайтесь. Потому что у них есть стандарты, потому что они хотят спать спокойно. Она, к сожалению, продается все в подряд. Об этом, конечно, нужно много разговаривать из-за экономической ситуации в наших странах. Она более тяжелая, чем европейских. Доходы разные, да, согласен. Но давайте отталкиваться все-таки от строительных норм, от сертификации. Я именно говорю про европейскую сертификацию, потому что российская сертификация 430-я приезжает под... там на лейбах у них пишут Т600 производители. Не обращайте на это внимания. Это внутренние какие-то регламенты, они не соответствуют действительности. Потому что у нас в Беларуси именно принята европейская сертификация. То есть адаптировали европейские стандарты для белорусского рынка. И это очень радует. Поэтому здесь два комплекта дымохода 200-го диаметра для камина. Давайте теперь по дымоходу расскажу вам, что здесь будет стоять. Что входит в стандартную комплектацию? Когда вы ставите камин, что должно быть?
Можно разные варианты рассматривать, но я сейчас рассмотрю с вами классику. А что значит классика? Объясняю. Вот это вот сборник конденсата, нижний. Конденсат он всегда будет, никуда вы от него не денетесь. Эта заглушка, конечно, закрывается, хоть она и сделана под углом. Я продаю такие вот заглушечки, они проваренные, врезка штуцера. Это очень важно, потому что обычная клепка, она отваливается. Также толщина металла 1 мм и вот эта заглушка. Для чего она служит? Для того, чтобы вы могли чистить дымоход. Конденсат, который будет течь в нижнюю точку, не... на камин ничего вам не будет попадать. Это очень удобно. Плюс вы можете сделать обслуживание. Как это выглядит в сборном варианте? Вот так. Все то же самое. Вот этот тройник вы можете развернуть в любую сторону, влево, назад, вправо, как вам удобно. Между ними можно вставку поставить, как правило, ставится 1,5 метра между ними вставочка еще. И сюда вот выходит. И 200-го диаметра трубы. На раз трубе, сейчас я вам покажу отличие труб именно с раз трубом. Видите, никакого заужения канала нету, она ровная и герметичная. Это очень важно. Плазменный шов, вернее, тик-сварочка стоит с добавлением присадки. Поэтому, если у вас дымоход больше 4 метров, 4-6 метров, лучше ставить врезку вот эту вот под углом 45 градусов. Высота небольшая для каминов. Но если у вас там больше 8 метров, можете 90 градусов ставить. Будет все отлично, это я вам говорю из практики. Надеюсь, что это видео кому-то будет полезно. Еще раз напоминаю. При выборе дымоходов проверяйте, какой дымоход вы покупаете. Я понимаю, что бюджет ограничен, я понимаю о том, что это стройка, но все-таки сравнивайте трубы, сравнивайте производители, сравнивайте дымоходы, за что вы платите. Потому что, говорю, я за то, что продавалась качественная продукция, я за то, чтобы дымоход стоял. И, конечно, всю продукцию, которую я продаю для вас, это сертифицированная продукция в Республике Беларусь. И сертифицирована по европейским нормам. Поэтому при расчете я всегда подбираю несколько вариантов. Если вы довольно привередливый клиент, могу и 309-ю вам сталь предложить. Для меня это не проблема. Единственное, что надо подождать где-то 2,5 недели. А вот этот вот дымоход уже приобрел своего владельца. И будет стоять на камине. Конечно, будет радовать всех жильцов этого дома. Но меня это радует. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Подписывайтесь на мой канал, заказывайте у меня монтаж дымоходов, покупайте у меня дымоходы, звоните. Чем смогу, тем помогу. Всем хорошего настроения. Было интересно? Подписывайся на канал. Либо оставляй комментарии. Мне очень интересно, когда можно подискутировать именно по теме. Пока!